посетить знаменитого Петра Листермана. Конечно, в самом модном, в одном из самых модных мест Куршавеля, шале де Пьер. Петр катается на лыжах и вот остановился здесь пообедать. Здесь-то мы его и допросим. Что же изменилось в Куршавеле? Здравствуйте, ребята. Здорово. Петр, мы все знаем, что вы открыли это место. Это правда? Я жил в Париже. В 90-м году. В 92-м точно. 20 лет назад. Первый раз я работал инструктором по горным лыжам и ездил по всем горнолыжным. Во Франции там где-то 120 горнолыжных центров. Ну, и приехали русские ребята, 92-й год, вот, Прохоров и Потанин. Их там всего команда 150 человек. И говорят, где лучше всего катуха? Я говорю, я им рассказал, есть Межев, Шамани, Вальдезер, Тинь. Но я говорю, самый прикольный, где отдыхает джет-сет, вся модная тусовка, французская только. Они отдыхают в Куршавеле. Но здесь всего две гостиницы. Одна была «Библос» и «Лезарель». «Библос» для тусовки, «Лезарель» семейный. А кто эти люди, которые приезжают сейчас в Куршавель? Вот это вот огромное количество русских, русская речь повсюду. Кто это новая элита? Нет, сейчас сюда элита не приезжает. Сюда приезжает, сюда приезжает 20 тысяч русских, у которых просто каникулы с 1 по 10 января, и все хотят посмотреть, где отдыхал там Прохоров и Потанин. А вот. Что же девчонкам, все-таки стоит как-то приезжать сюда в надежде выйти замуж за олигарха, или все уже? Вы уже не привозите девчонок? Просится же наверняка. Не, я сюда уже никого, я сюда перестал привозить девчонок вообще. Я приезжаю с семьей, с детьми сюда. И девчонкам я говорю, то, что девчонки должны ехать в Буковель, вот, и там искать свое счастье. Вот, поехали вместе в Буковель, и там найдем серьезное счастье. И все-таки главная достопримечательность Куршавеля – это вовсе не красотки в мехах и бриллиантах и не скандальные тусовки. Это горнолыжные трассы, которые считаются одними из самых лучших в мире. Даже если вы не катаетесь на лыжах, можно просто полюбоваться безумной красотой этих мест. Комсомольская правда.